Бизнес не стоит на месте, время не стоит на месте, жизнь не стоит на месте. Но если время питается эмоциями, то и жизнь, и бизнес кормить надо в любом случае. А лучше регулярно и недорого. А еще хорошо и качественно. Но если бизнес, к примеру, и в зависимости от степени крутизны может это сделать и в ресторане, то что делать тем, кто, работая недалеко от администрации правобережного района, хочет не перекусить роллтоном и чаем с колбаской, а поесть первое, второе и третье за сумму роллтона, чая и куска колбасы. Столовая, расположенная в здании администрации правобережного района, решает эту проблему. Мы с ноября месяца занимались, по март месяц, кормили малоимущих, малообеспеченные, также есть такие семьи у нас малообеспеченные, приходили, питались к нам. Каждый день мы можем обслужить 150 человек. У нас ассортимент очень богатый. И мясные, и рыбные, и холодные закуски, большой ассортимент. Первые, вторые также блюда, ассортимент богатый. Ну вот сегодня мы на данный момент, сегодня мы обслуживаем 30 человек. У нас это стол обошелся 800 рублей. То, что здесь уже они выбрали такие блюда, более такие деликатесные. Что-то не везет России на цифру 8 в последнее время. 8 98-го, 2008-го, забавное время. Ну и оно проходит. И приходит время веселья, свадеб и банкетов. Но время забавное, конечно, позабавившись над нашим экономическим состоянием, в очередной раз задает вопрос. А где подешевле, но также оригинально и с отрывом, встретить очередной праздник жизни? Здесь же и встречаем. В экстра деньги не попадаем, дивные кушанья вкушаем. Кстати, тема получения кулинарного образования пусть и не приносит экономических экстра денег, но повара требуются всегда. Потому как Магнитогорску, как и России в целом, до жизни в которой кафешки на каждой улице, здесь и рядом, далеко. А вот тем, кто работает в радиусе 500 метров от здания администрации правобережного района, тем, кто в обеденное время проезжает рядом, тем, кто хочет вкусно и недорого провести время и отметить свадьбу или юбилей, место, где можно сытно покушать, думается, определено.